Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на моем канале. В сегодняшнем видео я хочу вам показать вот такие вот светильнички. Вот. Они куплены в магазине Fix Price по цене. Фонарь кемпинговый. Цена 99 рублей. Это конец 2017 года. Он с возможностью регулирования яркости света. Это очень удобно. То есть, в принципе, это продлит жизнь аккумулятора. Здесь есть компас, но это не суть, как важно. Вот. Можно его подвесить, что тоже удобно бывает в некоторых случаях. И в принципе у него свечение в разные стороны. И вот, как говорили, регулятор. В общем, конечно, батареек в наше время покупать — это большой абсурд, да, ну, с моей точки зрения. Вы можете не согласиться со мной. Во-первых, это засоряет природу. Во-вторых, ну, просто накладно, да. То есть хорошие батарейки, они стоят дорого, служат не очень долго. Ну, вот, когда сейчас очень много литий-ионных аккумуляторов, там, пауэрбанки и так далее. То есть я, в общем, купил такие. Ну, бывает, на даче отключают электричество. И тут как бы возникает вариант. У меня есть несколько фонариков китайских, тоже там достаточно мощные. Свечением, там, 5-ваттный или 7-ваттный, там аккумулятор 18650 стоит, вот, светит ярко, хорошо, но греются и, в принципе, разряжаются, то есть, ну, и светят они как фонарики, да, то есть, направлены и, в общем, сильно для дома, да, вот. Можно поиграть, конечно, в театр теней, ну, что мы иногда делаем, ну, вот я вот увидел такие фонарики и решил купить. Я не стал искать их на Алиэкспрессе, просто купил в Фикс-прайсе. Цена не та, чтобы заморачиваться, да, то есть у них такой достаточно большой размер, то есть можно где-то и в дачном туалете повесить, и просто где-то там в беседке. То, что у меня в беседке висят такие фонарики там, ну, которые садовые, знаете, там продаются подвесные, такие черные, такой форма как бы, ну, стандартная, в общем, не знаю, как они называются. Вот. Симпатичные, да, но как бы можно было бы, в принципе, вот такие вот так вниз головы подвесить, сделать питание, вот эти штучки убрать. А можно было бы оставить, допустим, что-то еще там здесь подвесить, допустим, вот, какие-нибудь допы. Ну, то есть, в принципе, получилось, ну, не совсем колхоз, наверное, не знаю. В общем, я просто взял провод от USB-зарядки с убитым разъемом, вот. Вот здесь часть она откручивается, на дырочку побольше делать, чтобы провод не свернуть, когда мы закручиваем. Там припаял, соответственно, здесь у нас 4,5 вольта. Этот у нас пауэрбанк выдает где-то 5 вольт. То есть, в принципе, как бы мы вполне проходим, да, то есть чуть больше напряжения получается. Ну, это можно как бы просто-напросто не докручивать до яркости. Вот. А если, допустим, поярче, в принципе, с диодом особо ничего не будет, да, то есть если мы немного как бы поддерживаем максимальный, ну и то я думаю, в принципе, здесь все будет нормально, да, вот. Просто за счет падения на проводах, здесь проводочки очень тонкие у этой, да, то есть, в принципе, мы выйдем на ток потребления светодиодов на тот же, что от батареек, вот. То есть ничего не будет, и будут они служить долго и счастливо, вот. Как использовать это чудо, да? Вот у меня еще один, как бы я их не один купил, а два сразу. Вот. С плоским проводом, наверное, получше, потому что это менее устойчиво стоит. Вот. Берем USB разъем, просто вставлен в пауэрбанк. Вот обычный, самый дешевый пауэрбанк. Вот. Пауэрбанк не чувствует ничего пока. Вот все, сейчас вот такая яркость свечения. В принципе, нормальная достаточно. Вот, самое главное, ну, кругу там можно убавить. Если у вас, допустим, есть там необходимость экономить электричество, да, то есть не прополую жечь, а так просто чисто осветить чуть-чуть, то как бы можно небольшую яркость поставить.
Яркость, конечно, прибавляется не очень адекватно. Видимо, что-то там не самое хорошее поставили. То есть регулировка не плавная, такая скачкообразная. То есть, в принципе, нет надежды, что она как бы очень долго проработает, поэтому, может быть, лучше ее особо-то не крутить, оставить в каком-то положении, там, чуть меньше максимума, и все, и чисто уже вот использовать, если что-то плохое, разъем это. Мерцает плохой USB разъем в пауэрбанке. Ну, то есть вот такая вот прелесть получается. Я сейчас попробую свет выключить лампу. Посмотрите. Хотя мы ничего не видим, у меня тут комнатный свет еще горит. В общем, в принципе, для стола, чтобы свет стол осветить, вполне нормально. Выбрасывает такие вот интересные тени. Ну, вот от этих штук. Вниз, конечно, свет не попадает. Ну, то есть вот такая вот штука. И на пауэрбанке, я думаю, вполне долго он себе будет светить на этом. Ну, преимущество этих светодиодов, в отличие от каких-то мощных, там, 5-ваттных, то, что они будут долго-долго светить. У меня фонарик был, я ставил просто литионную батарейку туда. В общем, я так ни разу его не заряжал. Ну, потом его украли на дачу, когда залезли. Поэтому, в общем, покупайте, делайте себе подобное, кто страдает от перебоев в электроэнергии. И будет счастье. Возите с собой пауэрбанк. Все, всем приятного просмотра. Надеюсь, было полезное видео. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал и смотрите другие видео.